Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтен, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грек Теха. И знаете, провел тут немало времени я в игре, какие были трудности. Так, мы вот хотим все с вами увеличить количество QFT, точнее перевести его на второй тир. Но, если его крафтить, создавать эти все блоки, это довольно-таки проблематично. Заходим. У меня вот все еще крафтятся суперкондукторы. Но мне кажется, сейчас 20 тысяч можно будет потратить. Хоть какое-то количество, чтобы скрафтилось, посмотреть. Потихоньку мутейтед создается. И вот здесь я увеличил уже тэнк. Хотя бы до 64 миллионов. Он сейчас уже накопился, можно потратить будет часть. Но еще нужно 78. Это все дело тратится на инфинити. Ну, блин, всяко лучше, чем... Ну, у меня полмиллиона, блин, алмазов. А он просит там 24 миллиона. Довольно-таки много. Я обдумал вот такой... момент, чтобы создавать как-то по-другому. Так. Ну, блин, как там называется-то? В общем, сейчас подойдем к этому. То есть мы с вами создаем в миксере одну жидкость и закидываем в лазера. Вот здесь вот. Получаем эту жидкость. Ее создание еще можно делать, оказывается, через вот такой вот многоблок. Плазменный миксер. Классно, круто. Но тут куча энергии, блин. Но не хочу пока сильно так тратиться по энергии. Она у меня все-таки ограничена пока что. Ну и создание идет уже. Тут нужно тессеракты. То есть нужно в эту сторону идти. Можно, конечно, выдвинуться. Но тут надо это сделать. Уивайтир уже и так далее, и так далее. Ну, в общем, надо двигаться в этом направлении. Я все обдумываю. Но пока, ладно, пусть так создается. Сейчас потратим, пусть дальше создается. Опять же, на эту всю жидкость у меня уходило очень много плазмы разные. В миксере закидывается разная плазма. А у меня фузионки мои просто простаивали. А я не доглядел тот случай, что если на той базе у меня в таких многоблоках просто докрафт разных жидкостей был, то здесь у меня он чисто, если ты запрашиваешь, и он крафтит. А сувать на эти карту создания тоже ни туда, ни сюда. Ну, я тут потратил тоже время, поднастроил и сделал что? Указал какие-то слитки. Это все дело закидывается, это все дело расплавляется. И вот тенки мои пополняются по чуть-чуть. А слитков или чего там, что нету, там тоже на докрафт поставил. То есть потихоньку тут все это плавится. И вот они все жидкости, которые уходят в фузионочку ко мне. Решил такую системку тоже поставить. И да, я перед этим всем, конечно, проверил. То есть, если output hatch будет забит, но здесь у нас есть эта жидкость, он не будет постоянно спамить и это все дело удалять. Нет. Он, то есть, понимает, что... Вот тут сейчас... Где? Вот. В output hatch только может потасиум выходить. Он видит, что он переполнен, все, он этот слиток не кушает. Кушает другие, заполняет все остальное. То есть, главное указать, какой, и все готово, удобно, пойдет, мне нравится. Лучше, чем прошлая моя система. В общем, с этим тоже мучаюсь по чуть-чуть. Инфинити, конечно, круто, все остальное. А, ну и пока что на эту серию, ну точнее, в конце серии поставим, конечно, эти блоки на крафт. А сейчас я вспомню, что у меня тут, оказывается, вот этот многоблок есть. Фузион крафтер. Что это такое? Во-первых, он создается у нас... Я его хотел все постоянно скрафтить и постоянно откладывал из-за Гаи. А я как-то его сделал и забыл. А вообще, я, может быть, его давно скрафтил? Даже не проверил. Нет, не крафтил. Такое делаю. В общем, поставить его на крафт вообще будет шикарно. Давай, не весни только. Что он может делать? Во-первых, мы сейчас вот из этих компонентов скрафтим. А, возможно... Нет, оптику вот... Так, что меня останавливал только Гая, видимо. Ничего сверхъестественного здесь нету. Выглядит он божественно. Даже фузионочка здесь используется. Ну, вот эти блоки, наверное, я... Фузион кейсинг. Ну-ка. А, ну да, вот эти блоки. Это у нас ритуал. Я, наверное, сейчас пойду там, просто их поснимаю. Может, где-то что-то еще там завалялось. Их нужно будет превратить и создать это все дело. Что он может много блок делать? Давайте смотреть.
Самый важный крафт — это вот он. Много крови. А именно. А, кстати, Тиркейсинг 3. Надо... Хотя, подождите. Раз, два. А-о-о-о! Ну ладно, это мы себе можем позволить. А вот это что такое? Виверн ядра. Даже не посмотрел на это дело. А, ну просто друг из друга. Это мы запишем. Пусть будет. В общем, тир третий. И в нем... в нем будем создавать драконью кровь. И, как видите, два крафта. Тут больше из меньшего, здесь мало из среднего. Нам, конечно, вот это выгоднее, верхнее. Это, то есть, обычное яйцо дракона, а это инфинити яйцо. И оно не тратится. Чисто закидываем проданную плазму, которая у нас дофига. Ну, драконика, которого тоже у нас немало. Будет постоянно кровь создаваться и превращаться в хипоген. На постоянке, почему бы и да. Пусть будет хипоген, пусть у нас копится тоже. Пока мы тут крафтим другие блоки. Ну, тоже неплохо. Как создается инфинити яйцо? Вот, пожалуйста. То есть, нет, ну, космический нейтроний. Инфинити плейты, блин, пластинового. 4 обычных яйца. Ну, у меня там более 200 их. Тут, конечно, требуется сердце демона. Разного рода мел. Ну, честно скажу, я уже это все дело подготовил. И даже еда. Просто обычный завтрак. Это все у нас есть, компоненты. Главное просто скрафтить. Ох, так. Хотя, да, у нас, наверное, там будет одно яйцо. Нам много-то и не надо. Яйцо. Так. Вот сюда. Вот. Обычный крафт. По-по-по-по-по-по-по. А у меня обычного стола даже нету. Как она хоть называется? Может, у меня завалилась парочка? Прискорбно, но нет. Блин, я тоже не хочу сейчас ее исправлять. А обычный можно? Пойду с первой базы что-нибудь стащу. Хотя, давайте сразу так и сделаем. О! Приятно. Хотя, бог с ним. Полный автокрафт сделаем. Так, 5 сек, надо проверить вообще. Хотя, поставим, потом проверим. Есть ли здесь у нас МЕ или нету. Так, 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 так. А, МЕ есть, отлично. Ну, это все старое записано. Так, яйцо дракона. Оп, новый рецепт есть. Это мы сюда. Теперь мы это все дело закидываем. Чуть-чуть что-то потратим. Не страшно. Ну, и автоизлечение. Да, готово яйцо. Прекрасно. То есть это мы сделали, самый такой основной элемент. Теперь же нужно будет пройтись по данной структуре. То есть для начала записать рецепт. Все в ассемблере производится, разумеется. Экзотик нет. А ты можешь что-нибудь другое выбирать, пожалуйста? О! Давай био. А, мейнфрейм. Ой, пофигу, пойдет. Вроде все остальное норм. Так.
Это сюда. Я понимаю, что сейчас тут не все компоненты у меня есть в МЕшечке. Прям вообще, вообще. Нет. Половины нету. Ну вот. Надо еще научить, как Void расплавляется. Гаю заново научить. Как вот это создается. Принести кристаллы осколков душ. У меня там несколько тысяч где-то должно валяться с той деревни. И хора принести. И научить, как оно создается. Кстати, как еще раз? А, Вассембер, ну, в общем, обычный крафт. Опять же, Войда нужно много. Так, слиток пустотного металла. Ну, так вот лучше нажмем. Да. Либо Войд даст. Во. Погнали смотреть. Просто Войд даст нету. А это вот всего 4. Как ты создаешься? Магическая эссенция. Да, мне кажется, что-то есть более адекватное. Ну, кстати, копать можно. Или все-таки химреактор. Ха. В общем, я сейчас посмотрю по сусекам, по шкребу. Если что-то найдется, будет хорошо. И если нет, плохо. Подготовлю все элементы и продолжим. Да, гемор еще тот небольшой. Много всего придется сделать. У меня, оказывается, ядер нету. Вообще, если честно, думал, что они у меня есть. Ну вот максимум один штук так, только таких наберу. Создавать будем их же опять в этом же мультиблоке. Сейчас соберем первый тир. Сделаем драконник ядра. А потом нам нужен будет второй тир. В нем будут вот эти участвовать. Это все для того, что... Ну, сейчас мы вот сделаем обычные и хоровые кейсинги. Чтобы следующий тир улучшить, нужны будут обычные ядра. То есть на первом сделали. Чтобы опять улучшить, нужно будет второго... Ну, такие ядра уже на втором уровне улучшим. Надеюсь, все правильно вам рассказал, не запутались. Но для рецептов этих ядер нам потребуются вот такие вот схематики. Будем изучать из данного кейсинга вот этот. Создавать будем вот таким вот легким способом. Ну ладно, я это за кадром, разумеется, сделаю. Опять же, изучить это ядро. Скрафтить его. Ну и будем использовать их для... создание, опять же, этих ядер. Потому что мне нужен именно вот этот фузион-крафтер третьего уровня. Никак иначе. Да. Ну, на третьем можем потом вот это получить. На четвертом это. Прикольно. А где-нибудь оно нам пригодится вообще, интересно? А, фузион четвертый. Пятый. Не знаю, где это может пригодиться. Хотя... А, ну... Для создания этих ядер только, если в будущем. А, ну... Вот это, конечно, плюшечка очень полезная, очень вкусная. Но это потом. В общем, минимум третий тир мне нужно будет получить. Вот этих штучек нам сколько потребуется? 43 штуки. Войда я насобирал как только смог. Эти маленькие такие финтифлюшки войдовские... В общем, в котел позакидывал, что нашел, смог сделать. Подобывал еще. Ну, в общем, надеюсь, хватит мне жидкости. Вот эту штуку нам нужно будет скрафтить. 32 штуки ставим на крафт. Ну, это фузионка, это у меня все есть. Первый сбор вот такой вот. Разумеется, вместе это все сделаем. Я пока вот это сейчас все подготовлю. Соберу. А, кстати, да, ты. Пойду еще один, наверное, сейчас закину на крафт. Так, я этот рецепт... Да. Я его сделал. А, еще плюс одна штучка. Чтоб изучить контроллер. Ой, жестенько, но что поделать. Будет полезный многоблочек небольшой. Все хочу вот сюда пойти, блин. Ну, блин. А, когда же второй левел его поставлю? Да, что-то я совсем забыл, что я твою серию записываю. Поставил еще добавочно, знаете, на крафт вот эту штучку, точнее, вот эти блоки.
У меня уже 60 штучек пока скрафтилось, пока что. Ну и само собой... Ой, это... Надеюсь, ничего. Само собой, уже у нас все остальные комбайны тоже скрафтились. А, вот оно что. Типа, когда нажимаешь сюда, он отсюда все по ИЗМЕ тебе закидывает в этот, как его, в инвентарь. Во. Ну, ладно, бывает. Подготовил, в общем, все, что нам потребуется пока что. Значит, нам лазерам. И здесь я подготовил уже площадочку, кстати. Странно. На нее точно есть, мне кажется, задание. Да, есть. Вот оно. Но оно почему-то уже завершено. Как это работает, без понятия. Скидываем. Ачивочку, разумеется, получаем. Никак иначе. 2, 3. Ага, значит, вот сюда. Пока что мы с вами соберем первый тир. Ну, а, вот здесь осталось. Что он тут не поставил? Он как бы просит там что-нибудь из этого всего. Ладно. Хотя надо посмотреть поначалу. Output bus у нас есть. Input hatch есть. Энергия есть. Хотя тут надо поменять их. Output hatch сейчас, наверное, какой-нибудь поставим. И норм. Так. Это мы дело поменяем пока что. Та-та-та-та-та. МЕшку, ладно, сюда воткнем. Ну и бесполезный input, output hatch. Output hatch какой-нибудь. Ну и все, много блочек у нас готов. Погнали вниз. Сразу 5 на 5. Да блин, говорю, 5 на 5, а сам 3 на 3 использовал. Хотя будет проще вот так вот. О! Так вот. Значит, по энергии 8 миллионов. Как раз отсюда мы с вами и запитаемся. Это я уже дело продумал. Сейчас бах-бах-бах-бах-бах должно было быть случиться, но нет. А вот output bus пока сюда. Input. Поменяем местами. Хотя пофигу. Хотя нет, не пофигу. Давайте уж так уж и быть, поменяем все. Хотя еще проверю, знаете что? Output hatch. Я, наверное, все-таки вот сюда поставлю. Input hatch можно сюда. Output hatch сюда, чтобы сразу было рядом с контроллером. Если что, он стопался. Если он не сможет сам остановиться, когда будет у него переполнение. Я по такой логике пока что иду. Ну и давайте смотреть. Пока что нам нужно что? Чтобы наш многоблок создавал драконьи ядра. То есть должна приходить к нам жидкость и предметы. Output bus сразу отправляет. Input bus. Input hatch. А, ну тут стандартная пентифлюшка. Так, значит, двойной интерфейс. Жидкость хранения. Ага. Это нам не нужно. Ну и просто сделаем вот так вот. Раз, два, три, четыре. Так. Ну и все вроде как. Та-дам. Теперь сюда можем
воткнуть рецепты такого ядра и такого, чтобы не париться. И, разумеется, здесь... Ой, не сюда. Нужна будет первая схематика. Я их тоже уже скрафтил. Поэтому заберем отсюда первую и вторую. На будущее, так сказать, чтобы потом уже не париться. Ну и яйцо, разумеется, тоже положу. Схемок никаких не нужно. Ну и давайте проверим. Как он его... понял. Я дурачок. Вот так вот надо было. Угу. Так, поехали. Жидкость пришла, предметы пришли. Первый запуск. 5 секундочек на одно ядро. Итого, чтобы нам сделать следующий тир, нам потребуется один блок, вот этот, который тут стоит, и одно яйцо. Хочется сказать драконье яйцо, но нет. Драконий кор. То есть мне, по факту, нужно что? Насобирать сейчас здесь 28 еще ядер. Они сейчас крафтятся. Хотя давайте сразу вместе. Если это быстро произойдет. Или он по одному будет создавать. По одному, значит, не быстро. Скрафтится. Вот это дело я срубаю. После этого записываю рецепт на 32 других. Это меняю. Опять же, тыкаю. Создаю 32 таких ядра. После этого, опять же, срубаю. Вот это тоже видео меняется. Все. Ну, хотя вот этот мы сейчас заменим в конце уже вместе. Пока что мне нужно дойти до третьего уровня. Точнее, до третьего тира. Та-дам! Многоблок готов. Фух, ну это пока третий уровень. Можем идти, конечно, дальше. Сейчас потом разберемся, посмотрим, что к чему. Но нам все-таки третий уровень нужен был только для драконьей крови. Таким вот макаром. Я бы лучше, знаете, что сделал? Записал бы это все дело. И сделал, наверное, отдельный input bus. Вот. Да ё-моё. Input bus. Давайте однослотовый. А сколько секунд там? Хотя пойдет. Output hatch. А, он у нас есть. Тогда tank. Какой-то на 4 миллиона пойдет. Ну, погнали, значит. Хотя это отдельное МЕ. По-по-по-по-по. Вот сюда воткнем. Получается, мы должны экспортировать и жидкости, и предметы. Так, что-то я не то сделал, да? Ну ладно, начнем с малого. Это output. Мне же еще заливать жидкость точно. Input hatch. Так, жидкость есть. Предметы есть. Я, наверное, все-таки добавлю карты ускорения. Так будет в разы лучше. И это все дело нам нужно будет подключить. Так. Угу. А.
дурачок я. Input bus. Давайте лучше 4 слота хотя бы сделаем. Яйцо-то должно где-то лежать у нас. Хотя, возможно, он и так его считает. Нет, не считал. Так. Оп. А теперь запуск. 90 секунд. Пойдет. Почему бы и нет. И постоянно кровушка будет у нас создаваться. Почему бы и да. Поставим тенк. Ну, просто буфер такой небольшой. Оп. Пока что только извлекать. Потому что крови не то, чтобы записать. Но все и так норм. Ну и вот то, чего я и добивался. На 2000 тир. На тире UHV 180 секунд. У нас 90 секунд. Пойдет. Тир 4. А, тир 3 нам позволит делать уже такие вот ядра. А из них мы сможем себе сделать... Сейчас покажу. Вот, телепорт. При хорошем раскладе можно было бы и к нему подойти. Почему бы и да. А еще бы, знаете, тут придумать какую-нибудь такую... выключалочку для него. Типа рычага. А тут, блин, фиг это сделаешь. Быстро он не отключится. Ну ладно. Ну, типа рычаг раз, и там перестают ресурсы поступать, и он начинает на эти крафты работать. Ну, не знаю. Надо подумать. Ну, а так вот такую вот красоту сделали. Это не может не радовать. Я же сейчас пойду продолжать вот наши блоки. Кстати, давайте вот это теперь можем все смело убирать. Целый список освободили. Вот, вот эти блоки надо будет докрафчивать. Пока их ставил на создание, я еще заметил, что у меня были, ну, знаете, в массовых таких крафтах сразу замечаешь все свои косяки такие, которые очень долго из-за них крафтятся. И у меня тут все воткнулось в то, что, вот, во-первых, вот эти все SMD-шки, они у меня были в одном интерфейсе. И они ждали друг за другом, пока один скрафтится, второй, третий. И их там по 25 тысяч было, и пока один скрафтится, потом второй, потом третий. А пока пяти не будут, не могут идти дальше крафты. Плюс еще здесь у меня суперкондукторы создаются, например, UHV, и красные были, но я их уже перенес. Плюс тут еще такая система стояла, вот такая старая. И слишком долго все было. Как вы видите, потихоньку меняю вот эти все создания. Убирая вот эти блоки, остались только... Ну, 4 штуки, видимо, уже. Вот, заменяем. Ну, SMD-шки раскидал на каждую из своих машинок. Тут у меня 2 SMD. Здесь 1 SMD, но с суперкондуктором. Здесь у меня 2 SMD. Здесь 1 SMD и суперкондуктор. Как-то так пока раскидал по этим ассемблерам. Пусть будет. Так вот. Потихоньку, знаете, модернизирую, чтобы быстрее все это все дело создавалось. Ладно, давайте для примера еще посмотрим. Ага. Нам еще нужно будет создать. Получается 60, 70, 82 штуки. Ну, а мне всего не хватает 5 миллионов. Но я уже 5 миллионов накрутил, то есть я оставил 60 с расчетом на то, что все потрачу в ноль. Уже 5 миллионов накрутил, но чувствую, скоро можно будет запускать эту тоже. И тем самым следующей серии обещаю, что вот это уже будет у нас готово. А вот с другой стороны, вот здесь, здесь потруднее будет. 233. Здесь у нас нехватка, кстати, нейтрония. Ну, небольшая нехватка. Это пока на автокрафте скрафтится. Тут 67 миллионов. Ну, тут всего 600 слитков. Фу. И можно сказать, что это тоже будет уже готово. Ну, знаете, остались крополя, и мы сможем делать апдейт. Это не может не радовать. В общем, дорогие друзья, спасибо за просмотр этой серии. Я постарался, стараюсь, как всегда, так сказать, для вас. Ну, надеюсь, что и вы сможете постараться, потратить одну секундочку еще вашего личного времени, спуститься вниз, поставить большой палец вверх. Ну, а если хотите больше, то можете написать комментарий, будет вдвойне приятнее. С вами был Милтон, и до скорой встречи. Всем пока.